Начнем с кратких итогов матча. Сегодня, к сожалению, уступили. Чего не хватило? Ну, они реализовали свои моменты, и игра, в принципе, была ровная, и у нас было много шансов, надо реализовывать. Да, как раз мы с Евгением Тимкиным об этом говорили, что вот не хватило, он сказал, как, цитирую, голика. Вот игрой, в принципе, владели. Вот в какой момент что-то поменялось, где упустили нить? Ну, пропустили пару контратак, и сразу закончилось голами наши ворота. Я считаю, что, в принципе, играли достойно от начала до конца и создавали свои моменты, достаточно моментов, чтобы выиграть, но не хватает хладнокровности, я считаю, в реализации. А с чем вот это отсутствие хладнокровности связано? С тем, что, может быть, какая-то усталость накопилась, или наоборот, то, что топовый соперник все-таки, вот, который может наказать как раз ошибки? Ну, да, тяжело сказать, здесь много факторов, и много игр играем подряд, и, может быть, где-то усталость, где-то не хватает немножко хладнокровия, как я уже сказал, и уверенности в себе, то, что мало забиваем последние несколько игр. Небольшой отдых будет, потом игра с трактором. Насколько поможет эта небольшая пауза как раз-таки эмоции снова вернуть и перезагрузиться где-то? Да, конечно, помогают небольшие перерывы в чемпионате, поэтому сейчас будет время перезарядиться, немножко отдохнуть, и будем продолжать дальше, и будем играть лучше.